2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, есть ли у них семейные рецепты или блюда, которые они готовят вместе. Ой, мы все живем отдельно, поэтому каждый готовит сам по себе. Пожалуй, что нет. У всех вкус разный. Я не знаю, как это назвать блюдо. Как бы собираемся все вместе, нарезаем. Называется мясо по-французски. Очень вкусно, всем нравится. Борщ, плов. Очень любим с семьей готовить картофель с курицей по-французски. Очень часто вместе весь рецепт организуем. Что мы готовим? Вафли, наверное, или что? Ну, пусть будут вафли. Плов. Конечно, жена готовит, я смотрю, это же вместе. Да, готовим постоянно. Постоянно разные рецепты, нет такого, что мы фиксируемся как-то на одном и том же блюде. Мы любим экспериментировать и вносить в нашу жизнь что-то новое.